Амиран, давай, я обращаюсь лично к тебе. Стас, найди нам еще двоих оппонентов. Что там, мы записали видео, что вы плохие. Мы записали видео, что вы плохие. Типа, ну, я считаю, что это все вообще давно пора заканчивать. Наша команда, это команда Тарасова. Еще двое, нам не важно. Вот наша тройка, и кто из них? Всем доброго вечера. Короче, с вами Зелимхан Пулеметчик и Данила Регбист. Ваш любимый регбист. Мы видим то, что происходит в мире, именно в мире Ютуба. В последнее время в тренде только регбист, пулеметчик, ушу-мастер. Понимаете, я это не говорю как с каким-то высокомерием или вообще у меня близко это, нет, по воле Всевышнего мне позволяет. Я скажу вам честно, вы пиаритесь за счет нас. Не только Тарасов, не только там еще кто-то. Я видел много разных каналов, которые выставляют мое имя, подписывают и против кого-то там или что-то. И точно так же видел за ним. Дань, давай так, насчет того инцидента, который был. Давай коротко свое мнение, как и есть. Инцидент какого? С лещом. А, с лещом? Я уже устал смотреть на эту херню и на эти блогерские движения с тем, что там мы записали видео, что вы плохие, мы записали видео, что вы плохие, типа, ну, я считаю, что это все вообще давно пора заканчивать, и вот этот перекид видосами на этом тоже весь закончится, все, будет разговор у Амирана на шоу, будет назначен бой, и там уже все будет понятно, вот эта вот херня, что, типа, записывание 20 видосов перед этим, я не блогер, мне это не интересно. Будет дата боя, будет оппонент, и там все уже будет понятно. Вот это вот вся петушиное движение вот эти до этого момента мне не интересно. Мне интересен только дата боя и оппонент, все. И там уже все будет ясно. Все, да, вот это по поводу там, кто кого ссал, еще раз говорю, что можно посмотреть видео, где мы выходим все на улицу, один за другим, и на этой улице они запрыгивают на машину, и там начинают дергаться. И мы вокруг этой машины ходим и вообще не понимаем, что произошло. Музыка была нормальная. Да, да. Вот это... Не суть, просто, ребята, не, ну, просто был, так, было такое сказано, типа, давай сейчас выйдем на ровном месте, вот, один говорю, на один. Мы выходим, да, на улицу, и там все скочат на машину и разбредаются. Потому что на машину залез Тарасов, Солонин куда-то ушел в одну сторону, Прокофьев ушел в другую, и мы стоим, смотрим на эту машину. Вот, вот что было, когда нам сказали выйти один на один на улицу. Еще хочу вам сказать, если я пару комментариев прочитал, то что испугался регбист или нет. Поверьте мне, я очень хорошо знаю и чувствую людей. И про него могу вам сказать. Опять же, повторяюсь, на каждом видео у этого парня море духа. Любой, кто-то так думает, вот даже вы сейчас нас смотрите, что он на тот момент испугался или что, напишите лично. Давайте покажитесь, кто вы есть, кнопочные герои, и решим этот вопрос. Этот человек с моей команды, мы одно целое. Я, он ушел мастер, мы с одного песка, можем так сказать. В команде всегда бывает что-то идет не так. Но это не значит, что это уже команда разбивается на этом. Нет, мы исправляем эти ошибки и становимся еще сильнее. Поверьте, вот он правильно сказал, пинг-понг, вот это вот перекидывание видосов, одно видео туда, другое видео сюда, потом сказать, вы знаете, что меня перекрыло, короче, я имел не тебя, да, я имел его. Четкий, то, да, есть это тоже не прокатит. Давайте, парни, по-серьезски, если есть бой. Амиран, давай, я обращаюсь лично к тебе. Стас, найди нам еще двоих оппонентов. Кажется, назначенные бои у Школьника и Прокофьева. Прокофьева, я слышал, челюсть сломана, а Школьника, это самое, каникулы перенесли на другой счет, и он дальше учится, не выпускает. Это максимум, что я могу сказать про этого человека. Так что я к каждому с уважением отношусь. То есть два боя у нас уже сорвались. Остается один бой, мой с Солонином. Амиран, найди еще двух человек со своего битвы на хайп, и давайте создадим из этого что-то. Из этого уже что-то создалось, давайте просто развивать это. Но опять же говорю, повторюсь, не надо нам кидать в ответ видео, слышишь, ты так сказал, ты это сказал. Если у тебя есть какие-то вопросы, каждый знает, как меня найти, или же так же знает, как Данил найти. Напишите личку и покажите, кто вы есть на самом деле, где вы. Ну вот и все. А так, огромное спасибо всем за поддержку, за то, что вы есть. Так что, Рек, скажешь что-нибудь на прощение? Да и все уже сказано. Всади ему свой коронный правый. Все. Нет, все. Не хочу, не люблю эти блоги. Ладно, спасибо. Салам алейкум. С вами был Зелимхан Пулеметчик и Данила Регбист.